Привет, друзья, с вами Флок. Сегодня у нас будет мультиреакция, как говорит Ариран, да? Мультиреакция. То есть мы будем смотреть с вами разные клипы. Ну, название вы видите уже как бы этих клипов, собственно, в названии этого ролика. Так что давайте смотреть. Да, первый трек это The Hue. Называется он, по-моему, плохо. А, печально, но факт. Угу. Монгольские наши друзья. Трек или видео последнее, по-моему, ну, из тех, которые мне скидывали. И да, если какое-то из этих видео заблокируют, я его, разумеется, вырежу. Целиком видео сможете посмотреть в группе ВКонтакте. Но это на случай, если какое-то одно видео заблокируют. То есть, если одно видео из всей этой мультиреакции заблокируют, то заблокируется все, ну, собственно, полностью видео все. Вот. Поэтому придется вырезать и... Ну, если такое будет все-таки, я надеюсь, такого не будет. Ой, классно. Ух, о, нормально, нормально. С нотками, знаете, такого фантазма, что ли? Фантастика. Апокалиптика. Рамштайн на монгольский мотив. Вау, бог молнии. Вот это мясо. Вот это мясо. Друзья, очень жаль, что вот такие вот группы, да, когда я выпускаю по одному видео, очень мало смотрят. Ну, я надеюсь, что мультиреакции вот такие вот будут больше народу смотреть, поскольку группы, которые я смотрю, не только BTS. BTS, понятно, да, набирает больше всех просмотров. Но все остальные группы, которые я тоже смотрю, значит, они крутые, классные. То есть, значит, их тоже надо смотреть. Так что, друзья, смотрите не только BTS. У меня имеется в виду. Ну, кто постоянно смотрит, да, видео. Потому что просмотров на других видео, не связанных с BTS, гораздо меньше. То есть, ну, если я смотрю какое-то видео, значит, оно классное все-таки. Вот. Ну, это не считая того, что есть видео, которые посылают мне и по донатам. Блин. Жалко, перевода нет. Это просто мясо, уже сколько раз повторял. Так, все хорошо, записываю, да, проверю просто. Какой здоровый мужик. Золото. А, это, знаете, это как будто бы вот на каких-то приисках, да, вот искал золото и настолько заколебался искать. То есть, ну, как будто бы раб, вот, да, рабы, которые, знаете, ищут, ранее это было, ну, когда вот это вот кровавый алмаз, кто смотрел, да, вы понимаете, о чем я. То есть, там до такой степени загоняли, не знаю, в Монголии, либо там, ну, наверное, тоже вот такое же было, да. Также вот это вот золото искать или там все дела. И вот показали, как он искал золото и просто, видимо, обессиленный уже вот с этим золотом. Просто, ну, как вот он упал, умер, грубо говоря. Золото из рук скатилось, ну, как бы. Вот. Ну,
В одном месте просто столько золота, это как будто бы какая-то замануха, знаете. Причем земля такая вся пересохшая, абсолютно в пустыне. Блин, фэнтези, просто фэнтези. Слушайте, я не понял, он сначала как бы молодой был, а это вот это одно лицо получается? Тот здоровый мужик и уже вот этот старик. И вот из него остатки жизненной энергии, как говорится, вышли. Это действительно что-то новое для меня, просто что-то новое. Это второй трек, который я у них слушаю. И лицо, смотрите, золотое. То ли о каких-то мифических существах здесь речь идет, то есть подношение какое-то в виде вот этих вот золотых кусочков, да, какому-то божеству, потому что он весь в золоте был. Непонятность. Вот он опять же лежит весь золотой, да, и шаман там в бубны фигачит, а здесь вот уже как ребенок получается. То есть он возродился в молодого, чтобы опять искать это золото. Слушайте, в этом клипе тоже столько мыслей заложено. Обалдеть. Это какое-то божество, да, причем темное. Так, блин. Ну ладно. Окей, друзья, Where You. Обалденная группа. Дальше у нас NCTU. А нет, NCTU там другое, да, маленько получается, другой юнит. Ну вот. NCT 127 Limitless Performance Version. А, ну тут Russab. Вот это видео мне скинули по донату. Друзья, я повторяюсь, я смотрю не только видео по донату. Я многие видео выцепляю из комментариев, либо и те, которые просто я сам хочу посмотреть. Поэтому настоятельно прошу, вот кто это видео посмотрит, кто не собирался его смотреть, кто зашел сюда, когда увидел BTS, просто название, смотрите все видео, они интересны, действительно, и многих исполнителей, многие исполнители, они просто
можно сказать, недооцененные, либо еще как бы вот не дошли до своего уровня, да, получается, ну, имеется в виду до своего лимита, до своего пика. Я не говорю, что BTS как бы уже на своем пике популярности. Нет, они станут еще популярнее, но тем не менее. Ну, вот. А, мы, блин, не поставили лайкосик. Да. Блин, я всегда хочу сказать NCTU, потому что я уже смотрел NCTU. NCT 127. Давайте, Limitless Performance. Окей. Получается, перформанс, так, хореография, да, наверное, больше будет присутствовать. Причем в каждом своем видео я говорю что-то, знаете, то, что может как-то связать вас со следующим видео, которое будет выходить. Это типа какие-то отсылки, да, там, может быть, ждите там, допустим, в следующем видео то-то, 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 либо там еще что-то увидите там, ну вот такое вот. Допустим, сейчас, вот даже не в середине этого видео, я скажу, что сегодня вечером мы будем смотреть Run BTS, 102 выпуск. Почему 102? Завтра будет 103. 102, потому что я просил настоятельно не скидывать мне в донатах Run, потому что я их смотрю по порядку. Но мне все-таки их скинули, вот эти два выпуска. Еще раз попрошу Run не скидывать, потому что мы закончили на 8-м, следующем после 102-го, 103-го. Ну хорошо, мы их посмотрим, как я уже и обещал. И мы будем смотреть дальше, то есть 9, 10 и так далее. Вот. Так что, друзья, если будете скидывать по донату Run, я просто их буду оставлять, и они просто, ну, когда-нибудь через 2-3 месяца появятся. Уж тут без обид. Все. Да, кстати, за это видео спасибо. Человек, который скинул это видео, сказал, что в дальнейшем меня закидает NCT. Ну, будем ждать. Окей, будем ждать. Я не против. Да, лишь бы группа была вот прямо классная. У чувака такой стиль, как будто бы из 80-х, вот этот вот. Вы помните, когда там аэробика там была, вот это вот, и все такие повязочки носили, прически такие кудрявенькие были у женщин, да и у парней тоже, да, такие вот эти вот афро. И не хватает еще костюма такого обтягивающего, как леггинсы, там, лосины, вот это вот. Насколько я смог выцепить из текста, они поют про то, что они как бы стали единой группой, наши силы едины, мы, грубо говоря, одно целое.
Так, в этой части они говорят, что наши силы дальше будут приумножаться. Ну, также мы едины, мы группа уже, мы одно целое. Вот как-то так. Но они, в принципе, весь трек поют о том, что мы становимся сильнее, мы едины, мы одно целое, мы как одна система, там вот что-то такое. Ну, на самом деле, ребята довольно пластичные, харизматичные, да, и мы видим, что они действительно в этом клипе как одно целое, потому что движения, в принципе, отточенные у всех, и они как бы, ну, очень ритмичные, очень синхронные, вот так вот. Так что неплохое видео, да, неплохое, хорошее, хороший клип. Вот. Дальше у нас NCT, также 127, Kick It. Так, это ударь, да, ударь меня, а, пнуть его. Пнуть его, окей. Так, вы просили настоятельно не включать эти дурацкие субтитры. Но я их включать и не буду, потому что здесь нету возможности. Окей. О, вот это видео я, кстати, очень давно к себе выкладывал. Оно у меня даже где-то в начале есть. Оно не по донату, оно просто так, потому что в комментарии к одному из последних видео, к какому это? А, к Red Velvet, я увидел как раз таки, что вот NST просили, и причем не одно сообщение про NST, а много их. То есть регуляр вот просят Kick It, Make a Wish. Не знаю, почему именно под Red Velvet такая активность на NCT. NST, да, сказал, наверное, NCT 127. Так, я понимаю, 127 это... Не 127 участников, да, но здесь их больше будет, чем должно быть. Их там сколько? Их там больше 20, да, по-моему? Посмотрим сейчас даже, сколько их здесь ребят. По-моему, это очень большая группа, поскольку у них очень много вот этих вот юнитов. Так. Не понять, ну, короче, вот толпа целая. Кавабанга. Окей. Чувачок такой смешной был с розовыми волосами. Давай. На Чинёля чем-то похож был из Экзо. Слушайте, вот это помещение прям классное. Похоже на китайское, знаете, вот это вот китайские боевые искусства или японские, как оно. Ну, додзё, да, вот это вот, где живут как раз таки самураи, там все вот это вот. Нет, додзё это где тренируются, да. Карате там все дела. А, ну вот он, да, как раз там это. Кунг-фу. Дракон. Дракон значит китайское, да, все-таки? А вообще коллектив-то у нас все-таки какой? Корейский, окей. Ну, участники, скорее всего, не только из Кореи здесь. Хотя, может быть, и только. Я вряд ли.
Это, если честно, похоже на какую-то кричалку, как будто бы призыв к чему-то. Ой, красивая декорация. Может быть, не декорация даже, скорее всего. Блин, я обожаю боевые искусства. Особенно, когда это очень красиво сделано. Для фильмов, знаете, когда, ну, тот же «Неоспоримый» фильм, да, там, где, кто там, Скотт Эткинсон, потом фильмы с Джетом Ли, да, с тем же Джеки Чаном тоже, ну, блин, обожаю все это просто. Старые фильмы, кстати, старые фильмы, вот эти вот, да, «Поцелуй дракона», «Кулак ярости», там вот это Брюс Ли, блин, обалденно. Ну, в смысле, не «Кулак дракона», «Поцелуй ярости» Брюс Ли снимался, а имеется в виду просто все фильмы с Брюсом Ли, очень крутые. Вот я именно поэтому в детстве и трикингом увлекся, да, это боевые искусства с акробатикой, там, вот эти вот красивые движения, когда после сальто там развороты с ноги, вот, блин, ну красиво очень, хэквондо там и так далее. В общем, это классная группа, очень классная группа, и поскольку у нее столько подразделений, да, вот не знаю, как это будет получаться слушать, но посмотрим, как дальше получится. Следующий трек у нас — это Rap Monster и Джин. Trouble называется. Советовали, сказали, что это прям такой, знаете, беда, тревога, так, неприятность, хлопоты. Что это такой специфический, я бы сказал, трек. Такой пошлый слегка. Да-да-да, я это все помню, кто мне советовал. Вот, давайте посмотрим, послушаем точнее. Так. Ну, по их лицам видно, да, что что-то не так здесь. Опа. Опа. Ух ты какой. Ух ты какой. Бич. Ну, нам Джун, а? Похотливый. О! Ай, да.
Господи, господи, какого года? Ну ладно, 16-го года вот это видео, а какого года трек, наверное, прям ранний-ранний. Когда у них гормоны играли, окей. Хотя и в 16-м году гормоны, скорее всего, играли. Господи. Ну, ребята дают. Мне говорили, что этот трек прям это, ну, вообще жесть. В плане вот этого, да? Откровенно, откровенно, откровенно. Многие, я думаю, этот трек не слышали и не услышат, кто не посмотрит это видео. Ну, блин, это очень откровенно. Хорошо. Следующий трек, следующее видео у нас вышло буквально недавно, вышло буквально вчера. Это Holiday Remix, то есть новогодний праздничный ремикс на Динамит. Давайте. Па-па-па-па-па. Па-па-па. Пара-пам-пам-пам. Ремикс очень интересно послушать. Так, у нас тоже без юнги, да, здесь. Ну да, видео вчера вышло. Да, без меди. Опять свободный участочек, видите. Такая линия смотрится вот вообще неоднозначно, да, когда вот с четвером стоят, такой промежуток, и вот двое еще стоят. То есть не хватает еще, допустим, юнги в таком же, в такой же красненькой одежде. Красота, красота, серьезно. Hey!
Интересно, они серьезно снимают здесь или это просто так для вида? Прикольно было бы. Может быть, куда-нибудь в ТикТок или в Инстаграм. Ну, скорее всего, там кадр-то кто-нибудь сделал. Красота. Красота, друзья, красота. Ну, вот и все, мы с вами посмотрели. Сколько треков мы с вами посмотрели? Так, раз, два, три, четыре, пять треков. Я надеюсь, вам понравилось. С вами, как всегда, был Флок. Друзья, не забывайте подписываться. Сейчас вам кое-что покажу. Сейчас, секундочку. Вот такая вот у меня была пометочка, да, вот такая вот. 10 тысяч подписчиков до Нового года. Мы эту цель преодолели. Но в основном, видите, мои видео смотрят без подписки. Без подписки. Так что, друзья, я поставил новую цель. Я вот это уберу. И здесь будет стоять, где? Вот здесь будет стоять 12 тысяч. Так что, друзья, вы все равно смотрите мои видео. И 60% смотрят их без подписки. Друзья, чтобы не пропускать их, просто подпишитесь и все. Я эту цель преодолею. И прям будет еще круто. Еще будет больше видео. Да, в принципе, видео будет так же. Но вы хотя бы их будете смотреть вовремя, не будете их пропускать. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Флок. Пока.